гениальный писатель Александр Дюма Маркиз и неутомимый путешественник. Посмотрите на эти горы, они прекрасны. Волей судьбы оказывается на Кавказе. Что это за край, в котором все ходят без штанов? Где попадает в приключения? Нет, штаны, Дюма! Достойные отдельного романа. О, эти горы еще надолго запомнят, Дюма! «Дюма на Кавказе» на телеканале «Ретро».